Я из Белоруссии, мы на Мальдивских островах, и сегодня я вам расскажу, как приготовить синий чай из цветов, которые растут на Мальдивах. Сегодня мы находимся на острове-курорте Брени-Катифару, где произрастает громадное количество цветов. Этот остров буквально утопает в зелени, чего не скажешь про другие Мальдивские острова. Просто ботанический сад. Сначала нам нужно собрать вот эти синие цветочки для того, чтобы заварить красивый хороший чай. Собираем нехитрый урожай. Обычно я собираю яблоки, вот, а тут я собираю цветы и бабочки для того, чтобы сделать синий индонезийский чай. Будем квасить чай. Говорится, чаем душу не обманешь, но мы попробуем обмануть. Мои личные школьные знания подсказывают, что данное растение из семейства бобовых. Данный чай также считается хорошим слабительным средством. Собрали цветы, мы должны их высушить на солнце 2 дня. Чем мы и занимаемся. Вот такие цветочки. Называются бабочки, бутерфляй. Итак, у нас есть 2 вида цветов. В тарелочке те цветы, которые мы только что собрали, а в этом стакане те, которые высохли уже. Они высыхали в течение 2 дней. Вот, мы возьмем чайник с водой и вскипятим. Как только вода вскипит, все, блюдо будет готово. Потом оно будет остывать. Индонезийский голубой чай из цветов бабочек. Hi everyone, so my name is Sari. I just want to gonna show you. This is our tea, Clitoria ternate. It's original from Indonesia. So this is the fresh one. But if you want to make a tea, you have to dry. So it's look like this. And then you just boil. And voila! Clitoria tea! Ну, кто не понял, у нас только что собранные цветочки есть, да, и уже высушенные в течение нескольких дней. Вот, для того, чтобы приготовить этот чай, нужно его будет заварить кипятком или отварить. Boil it?
Boil. Вот, будем отваривать в специальном чайнике с кипящей водой. And how long? Boil it. Boil it. Just until boil. Mm-hmm. No, вот, и like будем кипятить, пока не вскипит. Uh-huh. Существует еще один способ, более нам понятный, приготовления этого чая. Когда вода вскипит, синие сухие цветочки мы положим в чайник и зальем крутым кипятком. Потом нужно все это перемешать, взболтать. И для вкуса можно положить лимон, можно добавить не сахар, а настоящий мед. И будет очень вкусно. Ну, посмотрим, как это все делается. Какой будет результат. Все, вода вскипела, ложим цветы. How many pieces to this pot? Ten. Ten. На чайник 10 вот таких вот цветочков нужно будет кинуть. На кружку 3-4, на чайник 10. Сейчас вскипит и зальем крутым кипятком. Ready. Заливаем крутым кипятком. И размешиваем. But right now it makes shake, yeah? Yes. Just leave it in the, at the moment. It'll change the blue. Ну, там вода уже голубая в чайнике, прикольно. Прямо как будто синька какая-то. Ну, это вот тот самый чай из цветов бабочек. How long did you wait? I'm thinking only for 2 minutes. Через 2 минуты наш чай будет готов. 2-3 minutes. It's now already changing. О, глядите, как окрасилась вода. And then after that we can put it. All this one, take it all. Like this, look, it's just like this. This color's changing now. Накрываем крышкой и пусть стоит. So welcome back to Prenia Kotefaru. Сейчас мы попробуем то, что у нас получилось. Наливаем. Обалдеть, он действительно синего цвета. Beautiful color. Здесь цветочки и добавлено немножко пчелиного меда. Очень вкусно. Очень горячий. У нас получился очень вкусный чай из индонезийских голубых цветов бабочек. Вот, мы добавили сюда немножко меда. Чай, конечно, изумительный. Ну, можно, конечно, говорят, сюда еще, кстати, добавить лимон или лайм. Будет немножко больше витамина С. Необычная вкусняшка. Просто трындец, как вкусно. Здесь на Мальдивах все время хочется пить. Поэтому, если вы посетите процедуру спа-острова Прения Котифару, вам подгонят какой-нибудь хороший чай. Смотрите, действительно, какого он цвета. Офигеть. Голубой чай. Очень вкусно. Drink it? Yeah. Cheers. Cheers. Oh, so fresh. Thank you very much. You're welcome. Very tasty. Yeah. С вами был я, Олег Карцев, Мальдивские острова. Подписывайтесь на мой канал и обязательно лайкайте.